Россия и Франция начинают совместный гуманитарный проект в Сирии. Об этом говорится в специальном коммюнике. Его распространили Министерство иностранных дел нашей страны и Елисейский дворец. Речь о переброске в Арабскую республику груза товаров первой необходимости и медикаментов жителям Восточной Гуты. Это спецоборудование для помощи тяжело раненым, лекарства, перевязочный материал. Все это предоставил Париж, погрузка в самолет уже идет, а Россия доставит из Франции воздушным путем, а также обеспечит сопровождение по территории Сирии. Акция стала возможной благодаря договоренности Владимира Путина и Эммануэля Макрона, достигнутой на переговорах в Санкт-Петербурге в мае. Тему помощи Арабской Республике обсуждали на российско-американском саммите в Хельсинки, затронули проблему возвращения беженцев, отметив это важнейший вопрос, его решение в интересах нашей страны. В интересах десятков стран. В Сирии уже заработал центр приема, размещения и распределения беженцев, созданный нашей страной на этой неделе. Как сообщили в Минобороны, в ближайшее время в Сирию готовы вернуться более 1,5 миллиона человек. Их готовы расселить по 80 населенным пунктам.